Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Это видео по буксу ПТС Шара. И в этом видео я хочу показать, как выводить наши денежки. Значит, у меня на балансе $2.12. Я их хочу поставить на вывод. Потому что вывод здесь такой, как бы это сказать, завуалированный. Так назовем. Значит, нажимаю ADD Funds вот на эту желтенькую рядом с балансом. Меня перебрасывает на страничку. Значит, здесь я заполняю данные. Так. Так. Значит, вот у меня 2.11. Вот у меня уже как бы стоит по умолчанию. Так, я поставлю на паузу и заполню. И нажму Submit. Так. Значит, вот здесь у нас по умолчанию стоит Earning баланс. Это основной баланс. Здесь у нас уже сумма. И вот здесь выбираете платежную систему. Вы, когда выберете платежную систему, все заполните, у вас появится строка «Заполнить платежные реквизиты». У вас появится, вы нажмете на вкладочку, здесь где-то будет она, и заполните как бы платежные реквизиты. Так? Нет. Вот так, например. Вот у меня заполнено как бы платежный реквизит, вот этот Payer. Например, ADD Funds. Нажимаете. И вы вот здесь прописываете, например. Ну, я на перфекте. У меня Payer прописан. Так. Переведем на русский. Значит, сюда прописываете номер кошелька. И подтвердить номер кошелька. Да? Пропишите два раза его. И нажимаете сохранить. Вот так. Значит, я же возвращусь обратно и продолжу. Потому что надо сначала сохранить кошелек. Вот. Далее, что я делаю? Я нажала «Отправить». Далее, смотрите, «Payer». Нажимаю «Вывести». И меня перебрасывает вот на такую страничку. Здесь я также заполняю все данные. Пока поставлю на паузу. Я заполнила форму. И мне вот здесь пишут, что мне отправлено письмо на почту. Надо подтвердить. И здесь вот у меня мой идентификатор вывода. Вот это вот. Сумма 2.12. Мне пришло письмо на почту. Открываю письмо. Значит, что они мне здесь пишут? Ваш счет запроса вывода 2.12 через Payer. Так, для того, чтобы подтвердить запрос на вывод средств, нажмите здесь. Или скопировать как бы ссылку. И, а здесь ниже, чтобы отменить запрос, если вам не надо. Значит, я нажимаю здесь. Меня перебрасывает на страничку. И уже что я делаю? Вот Payer. Так. Payer. Все, мои денежки списались. Так, сейчас я попробую переведу на русский. Денежка моя списалась обналичить. Нажимаю обналичить. У вас уже есть ожидающий вывод средств. Пожалуйста, не вывод средств или дождитесь его, прежде чем запрошу другой вывод средств. Ага, ничего не надо было нажимать. Все, я подтвердила письмо. Денежки мои списались. Ставлю опять оригинал. Дашборд. И все замечательно. Теперь я буду ждать
Вывод средств. Так, что мне там пришло? Письмо еще. Одно какое-то. Так. А, нет. Не пришло. Ну что, все замечательно. Рекламка у меня просмотрена. Вот. Как бы вот таким вот образом мы выводим свои денежки. Сегодня у меня было очень много рекламок. Группа у меня первая. Как бы у меня тут рекламка забита в работе. Я пополняла. Чтобы увеличить свои баб-монеты, нужно вот этот булк. Вот. Нажимаете булк. И вот, чтобы как бы увеличить, я уже показывала как бы видео сюда так. А это мои рекламные, можно как бы ничего не надо здесь. Здесь что? Имя компании. Здесь тоже как бы описание. Три описания. Сюда реферальную ссылочку продолжить. И, ну, это я уже показывала, как это в предыдущем видео делать. Вот, ну, вывод придет. Также здесь идет сначала на модерацию. Они пишут, что в течение 7 дней вывод как бы идет. Но это, естественно, приходит быстрее. Завтра должны, я думаю, поступить денежные средства. Я запишу коротенькое видео о том, что денежка поступила на кошелек. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!